Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы вновь играем в Hello Neighbor 2. В релизную версию. Почему текстурки такие фиговые здесь? У меня что-то не прогрузилось или что? И почему FPS такой маленький? Ну, короче, неважно. Идем в дом соседа, у нас появился еще один ключ. А где он? Я нифига не понял. Короче говоря, так, нам надо, видимо, вернуться туда. Возможно, там ключ лежит опять. К тому сейфу вернемся. Видимо, ключ там лежит. Короче, шестерка. Почему четверку я вводил, а оказывается шестерка? Потому что я не туда кусок тут повесил с четверкой. Он, оказывается, не там. Так, ладно, идем к домику охотника. Кроме того, мне подсказали, где находится ключ от сундучка. Если нам позволят, то мы его сейчас возьмем тоже. Он, конечно, нам не пригодится уже. Дали мне подсказок, как что надо делать в музее. Сейчас также мне дали много подсказок, как проходить дом мэра, который будет сегодня как раз таки. Так, где-то тут был сейф, и там лежит ключик этот самый. Сейчас у нас в инвентаре почему-то нету его. Видимо, он обратно сюда вернулся. После... Да, вот он. Вот он. Этот охотник по-любому здесь будет. На втором этаже где-то тут подушка, короче. Вот, подушка. Как я ее не заметил. И здесь уже ключ от сундука. От этого. Так, курсор опустим чуть-чуть. Вот так. Здесь кусок карты еще один находится. Ну ладно, собирать мы их уже не будем. Все, что нужно, у нас есть. Блин, ну, нафиг он мне нужен, ё-моё. Если что, заберу его потом отсюда. Ну а теперь, поскольку у нас... Эй, а куда ключ опять... А куда ключ опять этот делся? Что за фигня-то? Я же только что ключ достал. Где этот сейф, ё-моё? Все время его теряю. Куда ключ-то исчез? Я уже только что из сейфа брал его. Где этот сейф, ё-моё? Я что-то не могу найти. Вот он. Не понял. Ключа здесь нет. Подождите, может, я там его выложил случайно? Все, он идет сначала отсюда. Точно, я думал, это ключ от сундука. Я думал, это ключ от сундука, и поэтому я его тут бросил случайно. Ладно, все, идем теперь в музей. Так, опять курсор на бандикам идет. Не мешается это сильно, что бандикам торчит справа. Вверху. За камерой. Так, ладно, идем и открываем дверь. Она на втором этаже находится. Я уже понял это по иконке этого ключа. Ну как иконки? По его внешности, скажем так. Там был такой замок. Подсказали мне, что надо шестеренки отыскать в музее в этом. И вставить их в часы. Так, есть ли там сосед? Вот эту дверь нам надо открыть. Короче говоря, вот этот глобус надо как-то покрутить.
чтобы достать шестеренку одну отсюда. Здесь у нас находится гиря. О, да-да-да-да-да, вот так вот. Ставим ее сюда. И, о, да-да-да-да-да, отлично, шестеренка появляется еще одна. Еще мне сказали, что здесь надо взять какую-то фигню, которая на ворона похожа. Только где она, я не вижу. Так, ладно, ищем все, что можно взять в руки. Вот беда. Бежим отсюда скорее. Только я не понимаю, почему музыка не играет. Да, я реально не понимаю, почему не играет музыка от соседа у нас. От всех играет, от него не играет. Как так-то? Так, вон, вон в те часы надо ее ставить. Сказали, короче, в багажнике надо достать голову. А как открыть багажник, я не знаю. Через салон надо что-то, наверное, дернуть. Ага, все понятно. Голова свиньи, тут какая-то голова кабана или чего-то, кого это тут лежит. Пока для чего... Пока их куда-то ставить надо, по-любому. Так вот. Вот сюда надо что-то найти, наверное, ту самую железку, может быть. Мне сказали, что шестеренка находится в капоте, только вот предмет этот, который нужен, я не знаю где. Еще сказали, что здесь голова рыбы находится. Только куда ее ставить, я тоже пока не знаю. Да почему музыка, да, от соседа не играет? Не ясно. Ладно, давайте искать эту фигню. О, сейф. Сейф и часы. Видимо, надо время на часах вести или что-то такое. О, вот это, вот эту штуку. Все, 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 ясно, 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 ясно. Я все понял. Эта штука нам откроет капот. Наверное, мне надо обновленную версию скачать, но я боюсь, если я обновлю, мне сбросится весь прогресс. Так что придется играть, видимо, без звуков соседа. Ну, мне долго ждать. Мне что, с другого прохода зайти, что ли? Мужик, ты чё, охренел? Дай пройти-то, блин. Мужик, ты чё, охренел? Серьезно? Так, вот последняя шестеренка. А он там... Ну и стой там, блин, дебил. Так, часы сколько у нас показывают? 11:35. Я так понимаю, 11:35 получается. Серьезно, вот так и будет тут стоять? Ну и стой, блин. А мы спокойненько будем по твоей хате ходить. Итак, 11:35. Давайте ведем 11:35. Отлично. Берем камеру. У него что? У него во рту что-то... О, она упала вниз. Я думал, это ключ какой-то у него во рту. Монетка какая-то. О, еще одна. О, еще одна. Чё за хрень? В смысле, чё так? Чё это такое? Что, блин, за бред сейчас был?
И камеры показывают нам, что нам надо в дом мэра. Не знаю, почему камеры нам показывают дом мэра. Других, ничего другого нам не наводит туда. Копов опять нету, ну, похоже, копы не появятся больше в игре. Наверное. Так, ладно, идем в дом мэра. В комментариях, кстати, подскажите, что с голов... что с теми, что с головой рыбы и с головой кабана делать. Там, куда их там надо будет запихивать. Так, ладно, идем в дом мэра. Мне сказали, что тут надо делать. Мне сказали, что там надо найти каких-то 5 трофеев. И поставить их. Так, берем лопату. Не знаю, для чего она нам пока нужна. Так, собаки. Собакин не даст нам ее вскопать. Нам надо что-то найти. Давайте зайдем. А, надо потушить. Понятно. Ой! Бежим, 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 бежим. Ох, какой у нее шикарный дом. Так, смотрим. Ой, а чё? Ну не висни, пожалуйста. О, а вот огнетушитель. Блин, тут FPS так дико проседает. Говорили, еще какой-то корабль где-то тут найти надо и поставить его куда-то. О, блин. Дом мэра настолько крутой, что аж FPS проседает. Какая-то корона тут лежит. Кстати, а с огнетушителем летать можно? Не, нельзя не летать. В всяких альфах можно было летать на огнетушителе. Видимо, эту идею, от этой идеи отказались. На, собакин, держи. Кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. О, какой классный скипетр. Нам, наверное, его сюда надо поставить. О, а вот один из... трофеев. Кубок. Куда его только надо его ставить, пока я не в курсе. Вот, снова он со скипетром. Хотя, это не он, это другой какой-то мужик. На него не похож. Кстати, мэр немного на Биг Смоука похож. Мне кажется. Что у нас тут? Эта дверь закрыта. Что у нас тут? Желтое, красное, зеленое, синее. Что бы это могло значить, я не в курсе. А, надо сыграть мелодию. Только давайте свалим отсюда сначала. Я понял, нам надо сыграть мелодию. Так пусть он уйдет отсюда сначала, он нам мешать будет. Ой, беда. Да блин, когда уйдет отсюда. В бете, кстати, Собакин мог нас схватить. Она так же, как и остальные антагонисты игры. Его надо было просто обходить, стараться. А здесь он безвреден, просто охраняет яму. Ну когда-нибудь уйдет оттуда. Дайте мне мелодию сыграть. Я понял, я, кажется, догадываюсь, надо дверь ту открыть. Я туда даже я не могу туда пройти даже. Это основной вход, который ведет другим проходом. Он меня увидит, если я туда вообще зайду.
Да блин, ну сколько можно ждать? Ваша честь, выйдите из зала, пожалуйста. И дайте мне пройти. Так, я помню, красное. Так, желтое, красное, зеленое и синее. Давайте попробуем. Отлично. Что здесь надо делать, я пока не в курсе. Бежать нам некуда. У меня еще и виснуть начало все. О, а кубок у меня сохранился какого-то фига. Наверное, потому что я его взял на улице. Ладно. И ищем. Давайте дальше искать. Какие-то предметы у него. Может, у него сзади еще какой-нибудь вход есть? А то здесь он нам просто не дает зайти никак. Он постоянно в коридоре в этом своем находится. О, есть тут проход один секретный. Хотя это не секретный, это на самом деле задний проход. Задний проход. Вход. О, а вот и кораблик. Куда его пока ставить, я не знаю. Сюда, может быть? Да не висни ты, пожалуйста. О, 8691. Это какой-то пароль, наверное. Потом узнаем, что это за пароль. А пока что давайте подниматься на второй этаж. Он нас не заметил, что ли? Пластинка какая-то. Возможно, нам ее надо вышибить, а может быть и не надо, фиг знает. Куда бежать? Куда бежать? У меня виснет все. Оп, эту дверь сразу. А сюда сразу можно зайти. Тут какой-то провод туда ведет. В шкафу что-то есть? Ого, нифига себе. Хитро, умно. А, вот куда надо кубки ставить. Кубки эти... Ох, какой красивый мэр. Так, тут что-нибудь есть? Давайте проверим. Если тут есть лестница, значит, наверняка на крыше что-то или что-нибудь есть. Ноль. Не исключено, что и нету. Давайте разобьем. Ну-ка, отведай силушки богатырской. Может, надо по этим пройти куда-нибудь? О! О! Идем-ка вот сюда. О, еще один ломик. Зачем он нам нужен, я не знаю. Эта штука не открывается. Какое-то странное немного окно. Где вот здесь часть от него? Да, здесь есть проход, но что-то тут ничего полезного нету. А, тут еще один есть. Ну-ка. Может, там хоть что-нибудь полезное будет? О, тут провод какой-то ведет. О, батарейка. Куда-то нам... Батарейка эта нужна. Так, давайте попробуем спуститься аккуратненько. О, а мы как-нибудь можем туда запрыгнуть? Как, а как? Нет, там я вижу, туда, наверное, батарейку надо ставить. Только как запрыгнуть туда?
О, подождите, она прыгучая, что ли? И... Опа! О, еще один кубок. Отлично. Великолепно. Я рад. Ой-ой-ой, не падай, не падай. Да вы шутите, да? Туда реально надо батарейку. О, сейф. Я помню последние две цифры, а первые не помню. Надо будет вспомнить потом. Так, ставим, поставите второй кубок, поставим, я уже запомнил, где они находятся. Посмотрим, какой она формы. Вот это, вот, вот это, наверное. Там, да. Остальные... А-а-а, бежим. Стоп, мы только что... О! Блин! Сваливаем скорее. Пароль здесь был, я точно прям это вижу, что он тут пароль есть. 8691, 8691, надо это запомнить. Отлично, он ушел. 8691, 8691, 8691, 8691. 8691. Еще один кубок, прекрасно. Наверное, этот сюда. Так, еще пару кубков нам надо отыскать. А с этими рогами ничего сделать нельзя? Нет, похоже. Бежим. О, еще кубок. Отлично. Прям как на ладони. И последний кубик нам где-то еще надо найти. А, блин. Мне кажется, там... Мне кажется, пластинку эту можно забрать. Ну-ка, давайте попробуем кидануть что-нибудь в нее. Точно, я угадал. Так давайте сбежим сначала отсюда. По-моему, в той комнате был патефон. Давайте его запустим. Во, точно, 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 точно. Во, как на ладони пошло дело. Ой, а чё она отключилась? Красота. Еще один кубок, последний. А как выбраться теперь отсюда? А, вот, вот так. Все предусмотрено. Мы в ловушке никогда не останемся. Блин, вот это хитроумно со шкафом, конечно, придумано. Для чего? Так. Куда этот штурвал, я... Не знаю, куда надо. О, куда-то сюда, наверное. Так. О, гениально, гениально. Все, мы прошли дом мэра. Прекрасно. Теперь давайте выходить из него. И возвращаться в музей. Ну что ж, оставшуюся часть музея мы будем проходить уже в следующей серии. Пишите в комментах подсказочки какие-нибудь, что надо будет там делать, что с этими головами надо делать. Как там, что проходится. Да, вот с дом мэра вообще, в принципе, довольно-таки легко получилось пройти. Легче, чем дом охотника. Ладно, на сегодня закончим. С вас лайк, подписывайтесь, с нас эпичный, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, с поддержкой ВКонтакте, и всем пока.